Добрый день, меня зовут Михаил Бурмистров. Я хочу вас пригласить на программу про кризис среднего возраста. Наверняка многие уже слышали это словосочетание. Кто-то уже споткнулся, кто-то знает не понаслышке об этом, кто-то знает не понаслышке, что это за зверь. И вокруг этого кризиса часто возникает много страхов. Какие-то примерно такие картинки. Вот был примерно семьянин, хороший работник, ходил в церковь, платил налоги, такой примерно член общества. И вдруг, бац, он разводится, оказывается, что у него какая-то новая, красивая, молодая спутница, и вообще он ищет себя и уезжает далеко на новом Харлей-Дэвидсоне. И вот такие истории, или похожи на такие, они действительно бывают, но чаще они не такие яркие, хотя все равно трудные и проблемные, и непонятные. И тем, кто смотрит со стороны, кажется, что словно заболевает человек, словно его подменили, словно что-то совсем непонятное с ним происходит. И всем бывает сложно понять, и ближним, а главное, самому человеку, что, собственно, случилось. И как-то не приходит в голову, что речь идет о взрослении взрослого, что взросление не ограничивается 18-21 годами. Внутреннее развитие не прекращается ни с женитьбой, замужеством, ни с появлением детей. А человек и далее проживает свои собственные сложные внутренние трансформации. Он попадает на развилки жизненного пути, попадает в ситуацию кризиса. И этот кризис проживается иногда быстро, относительно легко, а иногда долго и мучительно, трудно и сложно. В нашей программе, посвященный кризису среднего возраста, будет двое ведущих. Это я и Екатерина. Мы расскажем о нашем понимании специфики кризиса среднего возраста, о том, какие признаки, как он протекает, какие области жизни затрагивает, какие основные затруднения создает, как отражается на семейной ситуации. Мы расскажем о стратегиях проживания кризиса и, конечно, будем отвечать на вопросы участников. Вместе с ними будем обдумывать ситуацию, искать ответы. Если вам уже за 30, присоединяйтесь.